Это действительно достаточно парадоксальная, я бы сказал, ситуация. Точнее, она была бы парадоксальной, если бы мы жили в мире розовых пони и идеальных иллюзий на тему того, что все законы работают ровно так, как они написаны на бумаге, и начинают работать ровно с того момента, как на бумажку поставлена печать.